Не буди. Не буди — это канал, который объясняет мемы. Мем. Мем на английском произносится как мим. Мим. Мимы молчат. Кто еще молчит? Правильно. Челы, которых кинули в мут. Мут на египетском будет мать. Молния Маккуин. Номер, под которым хасанит молния Маккуина, это 95. 95-й элемент периодической системы химических элементов Менделеева – это америций. Америка. США. В США входит 50 штатов. 50. 50 Cent. 50 Cent – это рэпер. Кто еще рэпер? Вы абсолютно правы. Snoop Dogg. Snoop Dogg курит травку каждый день. Каждый день – это торговая марка сети магазинов Ашан. На логотипе Ашана изображена птичка-зарянка. Заря. Это песни группы Альянс. Орда. Warcraft. Warcraft рифмуется с Майнкрафт. В слове Майнкрафт 9 букв. Балтика 9. Балтика 9 — это пиво. Охота — это тоже пиво. Охота. Охота — это любимое хобби футболиста Пепе. Пепе — это логотип канала Не Буди. Пепе зеленого цвета. Вы знаете, что еще зеленого цвета? Верно. Арбузы, которые продает Шлёпа. Шлёпа — это каракал. Это животное впервые было описано в 1776 году. В этом году было основано общество иллюминатов. Таким образом, Не Буди — это канал, который ведет гибит лягушки и каракала совместно с иллюминатами, которые через свои видео зомбируют зрителей с помощью содержащихся в звуке бинауральных ритмов, тем самым превращая их в очередных пешек иллюминатов. Сама фраза «Не буди» является намеком на то, что пешек иллюминатов не нужно будить от гипноза. Не буди — это подтвержденный иллюминат. Доказано.